Что начинают как-то смеяться, волноваться, закрывать лишний раз туалет. И страдают окружающие от этого. Вот это я переживаю. Но мне вот скажи мне, подожди, вот, кстати, вот стюардессы, правда, что они как-то так не очень охотно опускают сюда в уборную? С тех пор, как я вот оказался в таком конфузе, я, наверное, пролетел раз в 50. Каждый день там мне происходят разные смешные истории. Я как раз после этого понял, что вот неважно, что со мной произошло, Тишечка. Но обязательно поделиться с народом. Тишунечка. Просто людям надо порадоваться. Тиша. И отличиться. Это неплохо. Скажи что-нибудь мне, Тиша. Вот так вы, Тиша, скажи что-нибудь бабушке Наташе. Да, ты опять на бабушку Ларису показываешь. А я бабушка Наташа, я бабушка Наташа. Я бабушка Наташа, я. Да, ты все на бабушку Ларису показываешь, а ты на меня покажи. Я бабушка Наташа. Да. 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 После того, как бортпроводники вырвали сына Сафронова из объятий белого друга, а это шок-видео попало в интернет, лупу затравленно задравили из-за лишнего веса. Каждый счел своим долгом написать злобный пост в его социальной сети. Очень. Тиша, тише, скажи. Ой, папа, скажи, папа. Скажи, папа. Говори, папа. Скажи, мама. Скажи, мама. Тишечка, скажи, баба. Баба, да, баба. Он даже купил карту в спортзал, чтобы баба. Баба? А где мама? А где мама у Тиши? О, да, что там такое? Ну что ты мне показываешь? У меня не было этой какой-то точки, да, там бабушка Лариса спит. Но тем не менее, вот скажи мне честно. Там спит бабушка Лариса. Хочешь похудеть? Да, да, наверное, да, конечно, бабушка Лариса. А что ты кушаешь? Что Тишечка кушает? Ну-ка покажи, что Тишечка кушает. Да, что-то Тишечка кушает. Да, покажи, покажи. Да, вот, показал, показал, что кушает. Показал, что кушает. Ты песенку поешь? Тишечка, ты песенку поешь? Так, куда ты побежал? Куда ты побежал? Куда ты побежал?